Традиционному фестивалю «Самарское знамя быть». Из-за эпидемиологической ситуации праздник, символизирующий собой братский союз Самары и болгарской Старозагоры, был под угрозой срыва. После долгих переговоров и снижения статистики по заболеваниям коронавирусом было решено провести фестиваль, но с рядом ограничений. Начнется все, как обычно, в стенах Иверского женского монастыря с молебна, далее крестный ход до Струковского сада. Участники должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Гости из Болгарии в этом году приехать не смогут. Общаться с ними можно будет онлайн во время телемоста. Такой опыт у нас уже есть. Когда мы начинали эту историю, воссоздавали. Я напоминаю о том, что был такой телемост в Болгарии, был совместный молебен, в котором участвовал и глава Старозагоры. В Струковском саду будут работать 18 интерактивных площадок, мастер-классы, конкурсы и выступления. Педагоги дополнительного образования организуют площадки, где будут обучать рукоделию. Департамент образования будет самой полностью готов к участию в фестивале. Мы обеспечим работу площадок. Площадки будут организованы без участия детей, так чтобы ограничить, соблюдать все нормы, а силами педагогов дополнительного образования. На основной первой площадке у нас будет работать мастер-класс по плетению масеницы другой болгарской атрибутики. Все, кто будет у нас желающих готовить данные виды сувенирной продукции, получат в дар. Маленьких гостей праздника ждет музыкально-игровая площадка. Кроме того, они смогут принять участие в конкурсе на лучший рисунок самарского знамени. А изюминка фестиваля традиционно станет реконструкция русско-турецкой войны. Праздник пройдет 29 августа. Мария Левина, Николай Епифанов. События.